Мне в школу тяжелее попасть, чем в Грузию было. Ну вот сейчас, наверное, экзамены будут эти ЕГЭ у школьников, наверное, круче, чем Апачи вышел у них, чем у нас в этих аэропортах. Да. О, началось. Привет. Так, ну все, по-моему, мы уже закончили сразу играть. Не начинаю. Сделай об этом. Я на Дмитрий. Войсками? Вертолет. Или чем? Боевыми? Да. Ну Там ладно. навес готов. Я Будем тебя тогда... подставить. Три вешки и морской пехоты пойду. Да эти твои три вертолета разберут и не заметят. Да не, нормально, всегда помогали. Ну, сейчас там кельтиков штук 7-8 на тебя прилетит, и все. Так вы Плюх-плюх. помогите мне, я что, один пойду? Так я поэтому спрашиваю, чем ты пойдешь. У нас обычно туда один человек летит. Я лечу, я. Ну, это, как правило, пофиг, он просто вслух не матерится. Поэтому обычно проблем нет. Короче, я тебе дам кучу говна вертолетов. Вавилон, а ты чем идешь? А, Я лечу. пехотой. Ты, кстати, Вавилон, будь реалистом, рассчитывай, что будешь только ты там. Да я это знаю. Сами не там На начинали. Анну кто поставит КШМ? Я могу. Можешь и Так, я на поставишь, или Дмитрия просто поставлю. можешь? Да, поставлю, Ага. поставлю. Хорошо, спасибо. Че, мне куда лучше идти-то? У меня танк. Если танки, то на Федор. Да, ты отходишь от распоряжения Гудвина. Знаете, Гудвин кто такой молись. Гудвин? Гудвин. Йоу. Такой Гудвин киллер, иди туда-то, Гудвин киллер, выполни тот. Где твои вышки-то? Убирайте эти, Вылетят. атаковать эти метки. Потом Дмитрий сопротивления не будет. Будем надеяться. Не, ну в тот раз они просто прилетели большой толпой, поэтому я их не перебил. Так-то должен. Вы только меня не пристрелите, Артур. Они вообще не полетели туда. Полетели слева. Они туда поехали. А это что значит? Что если у них нету ПВО, то сейчас им будет весело. Ну, короче, сами все видите. Это же вообще изменение нет. Да нет, это не сбейник, что они едут машинками, едут туда. Ты вешки свои отводи, пока их не перебили. Там же у них ПВО. Рядом вот наказывается. Сука. Дмитрий. Нельзя с тобой не согласиться. Ой, можно я сейчас с вашим праздником жизни? User joined your channel. Кто Привет, здесь? кого не видел? Добрый Привет, день. привет. А мы вот тут начали играть, уже 3 минуты играем. Я даже не сомневался. Азимут, твоя кошемка там чуть-чуть лишняя. Ты ее куда-нибудь спрячь. Два пятый. Обама летит.
А вот, кстати, на базе у нас одна единственная кошемка. Куда он летит? А Костя здесь у нас? Да, я направо. Нужен бомбер налево. Ну вот, ты танком пойдешь, смотри, вот здесь вот враг. Непонятно, что там у них, чтобы в борт не попали. Я разведочку ближе в дальний лес поставлю. Справа будут палить. Налево 40 очков, если дадите подкопить, напалм туда кину. Ладно, уже. О, не надо туда аккуратно посреди налево. Это на УМ-ку, что ли? Не знаю. На БУшку. Оу-оу-оу, киллер. Что? Да нет, танк-киллер. Выбил мне ПВО все. Все оба. В общем, я у них убил почти все радар ДПО на центре. Закасался 27М. С вихрями аккуратней на центре. Японец, ну что ж ты делаешь? Барак. Забрал барак. 127. Жжет просто. Не успел. Да, блин, там АУС 47 все же дырает, шляхка. Гепарды 3 слева. Киллер 2, ГП-72Б. Сейчас прилетит тебе. Лови летит, да? Лови. По домику. Попал. У нас там тяжелое ПВО есть у кого-нибудь? Или мне заказать? Ни у кого нету. Ладно, беру без радарки. Мираж летит, наверное, напал. С Тунгуску вот это укатывать. Ага. Лови слева, кефир слева.
Там танк лопнул. Не, там танк его походу угробнул. Малка сильно его так ранила, а танк добил. Ребят, вылетите, радар. Куда конкретно тебе надо вылететь? Ты хоть... Мираж летит. Тут находится 4 примерно. Там 3 гепарда стояло. Я тебе могу беспримерно сказать. Я выбил. А, уже марксманы. А, центурион там всегда был. А, вон... Вот пантер-гепард. Там еще что-то. Там можно танком проехаться даже на самом деле. Не особо мудрствуя. В принципе, там есть слева. Радар, вот ПО. Костя, я очень надеюсь на твоих танков. У меня есть мерчиво, кому надо, пожалуйста. Убейте этот гепард. Я же свечу все вам. Гепарда больше не помню. Гепарда нет. Но здесь говно какое-то стоит, которое мне в тот раз разнесло всю пехоту. И там притоповая Абрамс еще наверху. Лонгблоу. Супер Кобра. Где там наш Тунгуска? Работает. Красавец. Блин. Че там, слева у вас все плохо? Собьешь лонгбоу, он там тупит стоит. Лови летит. Бобровый. Улица на лови. Как у вас там слева дела-то? Господа хорошие. Чуть-чуть отжали нас. Но не критично. Ну, зона наша пока. А то мы просто тут сами хотим у них отобрать уже Грегори. На казино через Урал у тебя оставлю. Спасибо. С пехотой разом. Ход над Грегори аккуратнее с танками. Перебьет их. Там два хап и три стоит. Да, ну здесь Хок. И может что-то еще. А, еще подвинуться. Приезжать не пишется время восстановления вертолета. Ой, самолета точнее. Ну, на глазу. Не, на самом деле, кстати, тоже можно заучить. Ну так, олень. Это как со сведением. Ну да. А оно же у всех примерно одинаковое. То есть, нет, по классам в смысле. То есть вот тот же, допустим, Як или F-16, они быстрее восстанавливаются F-15 и там Путин их эсок. То есть, потому что класс как бы топовый, притоповый и просто характеристики у смешанных бомбардировщик-истребителей и чистых истребителей, например. Танки.
вот что за фигня подставляется мне ПВО? У нас там бушки справа полудохлые и с пробитой оптикой. Ой, Иван, хочу починить, что ли, я не знаю. Да, надо бы. Давайте я вам там снабжух кину, а вы уж там ориентируйтесь сами. Ну там есть у Кости снабжух. Ну да, но она ж кончится сейчас. Да, поэтому я кину туда вертухи. Они тоже мелкие, но зато они летают. Так, авки выбил. Господа, надеюсь, это не мы стреляем кассетами по городу. Хавков больше нет, можно спокойно летать. Но были эти противорадарники. Ой, господи, блядь. И кашки? Да, и кашки. Выкладывайте. Где-то вот здесь вот, если я точно помню. А, вертушки снабжения вот сюда вот. Привет, Кость, отводи сюда танки. Чё, леопард забрал? Да, во-первых, леопардов справа больше, слева. Кабинет, осторожно. Да-да-да, увожу, увижу. Убрали 50-ку и поставили 29-ку. Раф, вертолеты кончились. А, азимут пробивает себе в танк. Есть для нас приказ. Да, друзья, команданте. А вы сюда не пробовали стрелять с чем-нибудь таким неприятным? Потому что они очень быстро заняли эту точку, только начали входить и сразу начали. Мне кажется, они в этих краях. Все, зениток больше нет, ребят, чисто. Наш флиф. Их. Я стендер выбил. О. А там бы... О, я кого-то убил. Турсик тоже был, его выбил. Ракета упала в союз от действования груза команда. Вы со мной говорите? Ну, я по кулу так не проверял, знаешь. Дело, конечно, твое. Вам дымы поставить перед Грегорием? Я смотрю, вы там в атаку идете. Я могу сдымить пламенем. Или танки просто там постоять, поехали. Ставить дымы, нет? У респа. Да нет, никто пока не собирается в атаку. Ну, вот, а вот эти вот танки собираются. Судя по всему, я и спрашиваю поэтому. Смерча будет цель, скажет. Можешь прочесать, опять же говорю, вот этот лес на предмет наличия бронированной КШМ. Работаем. Я туда пламенем пострелял безрезультатно, но там один пламень, и это лес. Вот здесь АТ-шка по метке справа. Сам дайте координаты.
Ну что, давайте им перекрывать респ справа. И все, и просто выносить их. Еще надо пикнуть, которые ближайшие. Ну да, главное, чтобы они ничего не могли вызвать уже. То есть пехоту туда волочь, волочь, волочь. Кстати, у МК, если там будет стоять, его борт могут вынести, при... если там ВДВшники выскочат. Ну не ВДВшники, а US Marine какие-нибудь. Кого-то убил. Брэдля. Дыма не вижу. Фторов там вагон. Вот в эти края летит пламень. Вот примерно в этом радиусе. Убил Кшимку. Забрал базу. Тарот, походу, из Москвы. Или откуда? Не знаю, у него пинг 5. Павелон, отойди пехотой назад. Пехотой назад. Я сушка сейчас работаю. А ты говорите, откуда опять? Китайским хорошо отстрелялся пролетарий. Я видел. Чё-то как-то этот наш корейский друг в вихрями так смело идет без прикрытия. Он верит в наше чучхэ. Ага. Там он сейчас как напарится тоже на пехоту. Или на лонгбоу, что еще хуже. Мое чучхе больше твоего, да? Еще 45 метров. Хоть дыма ему поставлю. А то пристрелит же. 20 сантиметров. И 14, как ты прав. Так-то, если подтащим ПО, можно даже этой группой наступать. У вас там скопление без толочи. Я здесь. Радары или что там? Суперкобра. Прячься, прячься, вас палят. Сейчас туда прилетит. Кассеты всех мастей прилетят. Так, я разведку убил. Я взял самую крутую ПО, которая есть в игре. Прощаю. Не полетел их убивать, ей вертолет. Нет, это был мой Леопард 2.5. Ладно. Я слева могу бомбардировщиком пройти, он куда-то работает. Хотя уже... Он остался один. Пошли с ним базу просто, заедем на базу и все, и он сам выйдет. Не издевайтесь над человеком.
по нашей мелодии. Страх и трепет. Плещется по нашей мелодии. К нему летит мое чучхе. А ты куда хочешь бомбануть? Просто проверить? Ты про меня? Да. Да, там вообще ничего нету. Да что? Ну, я же говорю, давайте рамочку выделить, да поехали. У меня просто только ПО. Я, конечно, пойду туда им, но это же только пусть танк. Суперкобра в дымах. Угу. Ну это и от Птуров. Так он кого-то убил за сотку. Проща с первого выстрела кого-то убило. На максимальной дистанции, вообще чудо. А вот и Птуры. Вы что, не через атаку едете? Сейчас буду дымить еще. Да что вы дымите-то? Чтобы вы прошли, а уже после моста там останавливайтесь. Вы же сейчас затор такой сделаете. Шемка-то у нас есть запасная? На их базу поставить. Ты акулы можешь перед... Ты же разберешь там все, если у них действительно нет сейчас ПО. А, вышел. Он осознал. Ой, я в плюсе. 10 к 1. А есть местечко? Должно быть. Да, там китайцы есть, которые могут... Да. А я вот практически в ноль сыграл. Я лох. Ладно. Может быть, за синих? Гудвин.